Около 239 миллионов рублей запланировано в бюджете 2016 года на содержание всех дорог, которые находятся в ведении Ненецкого округа. Более 140 миллионов от этой суммы направят на содержание транспортных артерий региона в зимнее время. Начавшаяся зима уже, впрочем, испытывает дорожников на прочность. О том, как они справляются со своей работой, мы спросили у водителей и пешеходов окружной столицы. Не совсем, видите, какие. Особенно во дворах. По проезжей части еще можно проехать, а во дворах очень много снега. И там в этом вот дворе кучу согребают. Ну, детям хорошо катаются, а машины ставить некуда. Дорожное полотно устраивает да. вас? Да? Да. Полностью на всех участках дороги во всем городе? Только во дворах не устраивает. И очень много глыб. Действительно, опять накапливается снег на Ринмаре. Это плохо. Не вывозится, да. Вот даже возле этого дома, смотрите, куча. А вот там, где ларьки, там вообще, если будет таять, то просто затопит. Довольно. Всем абсолютно. Да, довольны. Хорошо дорожное убирают. Полотно. Очень доволен, хорошо работает. Нет, не устраивает. Очень много снега вот на обочинах, где пешеходный переход, там тоже сугробы не пройти никак. Много очень снега. Ну, сейчас коляски тоже на руках да. все перебирались. Как убедилась наша съемочная группа, водители и пешеходы окружной столицы оценивают общую картину расчистки города от снега на твердую четверку, при этом особо не вдаваясь в детали. Для ненецкинцев нет разницы, кто убирает конкретную дорогу, тротуар или двор. Главное – результат. Тем более сегодня, когда полномочия строго разграничены, и у каждого есть своя зона ответственности. За состояние междворовых проездов и проходов, например, отвечают «Чистый город» и управляющие компании. За главные магистрали города по улицам Ленина, Ваучейского, Октябрьской, Хатанзейского и Первомайской общий протяженностью 5,4 километра уже почти год следит Наринмар-Дорремстрой. После передачи этих дорог из собственности города в округ транспортные артерии заметно преобразились в период летнего ремонта. Теперь все свои силы дорожники направили на уборку и вывоз снега. Для этого в автопарке Наринмар-Дорремстроя есть 24 единицы техники – погрузчики, грейдеры, самосвалы и комбинированные дорожные машины. Кроме уборки и вывоза снега с главных магистралей города, в зону ответственности дорожников входит и посыпка дорог антискользящими материалами. Сейчас посыпают песком, но это не совсем достаточно, потому что существует накат, а по ГОСТу накат не должен быть на дорогах с асфальтовым покрытием. Сейчас рассматривается вопрос применения песчано-солевой смеси, но пока еще не решен вопрос, но это актуальная проблема. Чтобы вот теперь не скользить по дорогам, а после метели не утопать в сугробах, выполнять свои обязанности, добросовестно должны все дорожные службы. Свою лепту должны внести и сами горожане, вовремя убирая машины с дворовых территорий для уборки снега и обочин дорог. Ирина Цепетова, Елена Семеновичева, Вадим Стасюк, Леонид Шишелов, телеканал «Север».